Привет. Ну вот мы сейчас с вами находимся на Болотниковской улице. Вот этот вот перед нами дом 41. Дальше там пятиэтажка панельная, которая будет снесена. И здесь таких пятиэтажек, там дальше идет 39, 37, 35 дом. Очень много пятиэтажек, как на Болотниковской улице, так и в ее окрестностях. А именно на Херсонской, на Керченской улице. Также на Перекопской. Ну, отчасти и на Севастопольском проспекте. В общем, пятиэтажек в этом районе Зюзина. Довольно-таки много на юго-западе Москвы мы находимся. И все пятиэтажки здесь фактически будут снесены. Они в основном все панельные. Вот как мы видим, вот впереди тоже там пятиэтажка. Тоже по Болотниковской. Ну, а рядом там Херсонская, Керченская проходит улица неподалеку. Вот, ну, в основном Керченская тут самая близкая. Вот эти пятиэтажки будут снесены. И, соответственно, на их месте будут потихонечку строиться высотные дома. И вот перед нами спортивная площадка. Ну, она как бы считается как бы хоккейной площадкой, да? Ну, хотя, в принципе, как мы видим, естественно, хоккейная она, наверное, является зимой, конечно же. Но не летом. Вот, а летом, видите, она используется, ну, тут типа футбола небольшого такого, ворота вон стоят. Ну, и типа баскетбола, вон баскетбольные кольца. Вот тренажеры. Так вот, эту хоккейную площадку будут сносить, скорее всего. И здесь хотят построить дом по реновации. Многоэтажный. И эта площадка, она вот определена, вот, очевидно, будут здесь сносить. Пока, как мы видим, никаких работ здесь не ведется. Но это пока. Ну, а так, в принципе, вот это место, вот эта площадь между вот домами, как раз вот 41, и вот это вот идет, по-моему, 14-этажный дом. 12 или 14-этажный дом по номеру 43 по Болотниковской. Вот здесь между ними как раз вот в пространстве, и дальше там Керченская улица идет, и вот между ними как раз здесь вот построят, хотят построить дом по программе реновации. Когда насчет строительства сказать пока сложно, но уже закончить его обещают в 2021 году. Ну, то есть, судя по всему, должно начаться уже в ближайшее время, если, конечно, действительно хотят они успеть к 2021 году. Может быть, даже уже в этом году, ну, как максимум в следующем году. Вот, ну, адрес его вроде как числится Керченская, дом 2, но, возможно, и по Болотниковской поставят, пока сказать сложно. Ну, вот одна из площадок мы посмотрели. Ну, снова мы с вами на Болотниковской улице, перешли на другую сторону, вот от 35-го, 41-го домов, 43-го, и вот перешли к дому 48, на четную сторону. И вот мы видим вот эта площадка. Здесь просто пока ничего нет, такая как бы лужайка. Вот здесь тоже предполагается строительство жилого дома по программе реновации. Но пока здесь все пусто, как мы видим, ничего не огорожено. Вот это вот перед нами утонул в зелени дом 48 по Болотниковской улице. Ну и дальше там 46-й, 50-й дом, соответственно. Все, как мы видим, одни панельные пятиэтажки построены в первой половине 1960-х годов. Ну и вот эти все пятиэтажки, они подлежат сносу, вот как вот эти, так и соседние с ними. Ну и вот, вот здесь как раз вот как бы на их задах, да, или между ними, скажем так, да, вот на этой как свободной площади, свободной площадке, предполагается в скором времени начать строительство нового дома. Вот там детский сад находится, школа тоже по Болотниковской. Ну и вот здесь вот как раз на этом пространстве хотят построить дом. А сейчас говорю, как мы не работы пока не начались, так же как и на противоположной стороне, которую мы до этого видели. Но вот, так сказать, предполагается, наверное, скоро их начать, потому что срок ввода в эксплуатацию вот этого дома, который хотят здесь построить по реновации, он тоже 2021 год. Ну, соответственно, если сейчас уже середина 19-го, то, конечно, понятно, что, скорее всего, работы в ближайшее время начнутся. Вот. Ну, пока их нет, так что есть только площадка, которую уже определили под реновацию. Ну, как будут события развиваться дальше, будем смотреть. Ну и вот мы сейчас с вами находимся еще в одной точке, где будет построен дом по реновации. Это пересечение фактически Херсонской улицы и Керченской улицы. Вот там находится Керченская улица, а вот там Херсонская. Это дом 4 по Херсонской, тоже, вот видите, пятиэтажка, которая будет снесена, панельная, построена в 1960-х годах. Тут их, они вообще практически везде, повсеместно эти пятиэтажки. Буквально вот все окружает, белые, в основном бежевые, желтые, ну, в общем, разных окрасок.
Вот, ну, суть их одна, это все равно панельные пятиэтажки в первой половине 1160-х годов постройки. И вот мы видим спортивная площадка. И вот эту спортивную площадку на этом месте будет построен дом по реновации. Еще один пока тут, как мы видим, тоже работ никаких не ведется. В принципе, все довольно-таки спокойно. Но, как говорится, такая тишина обманчивая, как часто бывает. И все-таки хотят вот это все тут разрушить, эту площадку и прочее, и построить дом по реновациям. Когда его начнут строить, сказать сложно. Но поскольку хотят уже закончить в 2021 году, то, скорее всего, это произойдет уже довольно-таки скоро, иначе просто не успеет к 2021 году. Ну, вот эти все пятиэтажки, они вот, видите, здесь очень много. Какой точно адрес сказать будет сложно, ну, или Керченская 20, там, или Херсонская 4, ну, сейчас пока, как бы, такие вещи, как говорится, пока достаточно умозрительны, потому что все равно пока не очень понятно, какой конкретно адрес присвоит этому дому. Ну, вот увидели мы еще одну точку по реновации. И сейчас перейдем в Херсонскую улицу и посмотрим, что происходит на последней точке, которая определена тоже по программе реновации. Все дома будут снесены. Сейчас посмотрим. Ну, тут такое, видите, просто обилие домов пятиэтажных. На вот на Херсонской улице, ну, также на Керченской, на Перекопской соседней. Тоже вот на Каховке, на Севастопольском проспекте. Ну, и вот мы сейчас перейдем к Херсонской улице. Вот этот дом тоже снесут пятиэтажный, довольно такой длинный. И посмотрим, что происходит по Керченской, дом 2630. Там, где раньше была детская площадка. Вот это дом 1 по Херсонской. Ну, сейчас мы посмотрим, что там происходит за ним. Вот это Херсонская улица. И сейчас мы зайдем за этот дом первый и посмотрим, что там происходит. Ну, это первый по Херсонской, а дом, по идее, должен строиться вот там за этим. Вот, видите, здесь уже оградили строительную площадку, то есть какие-то работы уже проводятся. Вот, видите, сейчас посмотрим. Вот, уже строительство дома, судя по всему, началось. Сейчас посмотрим. Вот, вот здесь должны построить еще один дом по реновации. Вот она площадка. Да, и вы знаете, уже вот все огородили. Вот она, знаменитый щит реновации. И она уже началась. Ну, только-только, конечно, еще идут подготовительные работы. Но уже вполне можно с уверенностью говорить, что здесь уже, вот на этой точке, реновация началась. Ну, вот здесь была, как я говорил, детская площадка. Видите, обход идет. Ходим. Это вот дом по Херсонской. И все. И вот, видите, все огородили, трубы здесь. Все монтируется. И там уже вовсю кипят работы. Но, судя по всему, там только еще пока фундамент. То есть только-только работы, в принципе, не так давно начались. В таком пространстве. Ну, дом будет, скорее всего, числиться под номером 26 или 30 по Керченской улице. То есть он не по Херсонской, хотя, ну, в принципе, он будет находиться между, фактически, почти на пересечении Херсонской и Керченской улицы.
Вот видите, тут прям огромная площадка большая. Все огорожено. И вот там идут вовсю работы. Городили фирменным забором все пространство. И уже вовсю кипят там работы. Тоже хотят этот дом построить в 2021 году, как, в общем-то, и остальные дома, о которых я сегодня рассказывал, которые здесь вот в этом районе Зюзина, на Керченской, Болотниковской, также Перековской улицах вот будут строить. Да, и вот они все хотят сдать их в 2021 году. Ну, здесь, поскольку уже работы начались, то это более чем вероятно, могут даже и раньше сделать. Вот. Так, вот сейчас мы посмотрим стенд, который нам повесили. Что тут, как тут. Да, и уже будет ситуация более ясной. Двадцать один этаж. Ну да, 2021 год. Все правильно. 21 этаж, 2021 год. Ну, скорее всего, так и будет. Ну, вот такие у нас точки по реновации. Я вам сегодня показал. 4 точки в районе Зюзина. До новых встреч.